С вами снова старший пчеловод Джейсон Миллер из компании Miller Honey Farms. Это следующий эпизод нашей видеосерии о производстве меда. В этом ролике я хочу показать вам постановку магазинов. То, что мы называем первой постановкой, первым раундом. Покажу вам магазин, о чем я, собственно, говорю. Возьму его с машины. Мы сейчас на небольшом автомобиле, загруженном магазинами. Эти корпуса мы называем узкими магазинами. Ранее я говорил, что это полноценные гнездовые корпуса, а этот магазин намного меньше, чем гнездовой корпус. В них по 8 рамок, которые предназначены для хранения меда. Если мы вынем рамку, то заметим, она уже побывала в оборудовании для откачки меда. Пчелам придется немного подлатать соты, чтобы снова заполнить их медом. Но это у них не займет много времени. Вам может быть интересно, почему мы используем магазины? Почему не использовать такие же полноценные корпуса под мед? Главная причина в весе. Полный медомагазин будет весить 13-18 килограмм, а полноценный корпус 36-40. Поэтому обращаться с полными медокорпусами очень тяжело. Кроме того, оборудование настроено на определенную рамку. Поэтому магазины для облегчения работы сотрудников и оборудования. А также потому, что когда мы обращаемся с очень тяжелыми рамками, заполненными медом, верхние планки склонны ломаться там, где рамка встает на паз. В больших корпусах, когда рамки заполнены медом, они настолько тяжелые, что в дороге, и когда их на поддонах перемещают погрузчиками, верхние планки ломаются еще чаще. Таким образом, портится больше инвентаря, а нам это совсем не нужно. Поэтому для меда мы используем такие магазины. Давайте откроем ульи и посмотрим, какие условия должны быть для постановки корпусов. Этот улей выглядит отлично. Он сильный, много белого свежего воска. Видно, что пчелам нужно больше места. Я очень оптимистично смотрю на эту семью при первой постановке магазинов. Будет отличное лето, семья даст много меда. Сейчас начало июля, еще много времени у пчел, чтобы собрать мед здесь, в этом штате. Это штат Северная Дакота. На этот отдельный улей я поставлю 4 магазина. Движемся вокруг поддона, посмотрим на другие семьи на нем. В этом улье нет свежего белоснежного воска, хотя по количеству пчел он выглядит нормально. Семья работает, но не такая сильная, как предыдущая. Так что, наверное, я поставлю сюда 2 магазина. А эта семья где-то посередине. Не такая сильная, как первая, куда я поставлю 4 магазина, но и не такая слабая, как вторая. Я дам ей 3 магазина. Поставим на первую 4, на вторую 2, а на эту 3 магазина. А эта семья откровенно слабая. Вероятно, дадим ей 1 магазин. Надеемся, она сможет его освоить. Вы можете поинтересоваться, почему такая разница в силе семей. Один поддон, но каждый улей настолько отличается от другого. Существует множество факторов, которые могут повлиять на силу семьи. Одна из причин – возраст и состояние матки. Это один из основных факторов. Болезни в улье. Существует ряд известных заболеваний пчел, с которыми им приходится иметь дело. Количество заболеваний варьируется от улья к улью, и это может влиять на их силу. Также влияет, когда семья была сформирована, сколько у пчел было времени, чтобы нарастить силу. Поэтому имеется такой разброс в силе семей и производстве меда как на всем тачке, так и даже на одном поддоне. Поэтому мы смотрим и ставим разное количество магазинов. Как я сказал, на этот улей 4 магазина. На самом деле они не тяжелые, когда пустые, но когда они заполнены медом, обычно 3-4 уже не поднимешь. Они очень тяжелые, и разница огромна. Мы еще дойдем в этой серии до медосбора. Мы закончили с этим ульем, я накрыл его крышкой, положу обратно камень, чтобы потом косилка его не задела. Позволим пчелам
заготавливают мед. В следующей серии мы покажем второй этап постановки магазинов, второй раунд постановки магазинов, когда эти магазины уже будут заполнены. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить ваш комментарий.